привет. На моем канале с вами Тимофей, и сегодня опять видео о том, что я купил. Прошло неделю с последней закупки, так сказать, продуктов на неделю. И даже какая-то часть продуктов еще осталась, и мы сегодня сходили, закупили определенную часть продуктов, которые нам сейчас не хватает. Получилось 4 пакета, и ценник, точнее, чек вышел на $137, плюс мы сохранили 20 баксов, покупая некоторые продукты по акции. Там покупаешь один, получаешь второй бесплатно. В общем, что мы купили? Это вот такие вот креветки, extra large, большие, типа экстра большие. Они уже очищенные. Также мы купили большую упаковку оладий, вафель, вот, которые, как я понял, просто разогревать и все. В общем, вот так вот они выглядят. Следующее — это 4 вот таких пудинга шоколадных. Тут молочный шоколад. Короче, очень много разных шоколадов. Также 3 авокадо. Также мы докупили еще несколько напиточков, которые я покупал в прошлый раз. А они у нас кончились. Я почему-то думал, что у нас еще есть. Также тоже по акции купили вот такие вкусные печенюхи. Они очень вкусные, с шоколадом. Также я купил половник, потому что у нас нет половника. Я сварил суп, и я сварил суп не в первый раз, и это очень было проблематично накладывать. И вот теперь есть половник. Я сначала подумал, что он маленький, а потом подумал, ну, в принципе, ну, буду на несколько раз больше черпать. Вот. Также я периодически варю компоты, поэтому тоже половничек пригодится. Из химии мы купили гель для душа. Вот такой. В принципе, у меня нет особых каких-то предпочтений. В плане, мы периодически покупаем что-то новое, пробуем. Если нравится, продолжаем использовать. Если нет, то просто в следующий раз не покупаем. О, вот это очень тяжелый пакет. Сверху у нас тут яйца. Тут их 18. 18 яичек. Растительное масло. А ты на чем жаришь? Молоко. Кешью. Кешью молоко. Вот такое. Это, я не знаю, как это описать. Это типа сахара. Ну да, это сахар. 100% коричневый сахар Panela Selecta. Вот так он выглядит. Его, короче, надо дробить. Это сыр Panela Partsky Milk Cheese. Вот так вот называется. Вот так вот выглядит. Он сразу порезан, как я понял. Да. Типа кольцами. Так. Апельсиновый сок по акции. Вот такой вот бренд. Вроде бы Only Florida, Only Fresh Florida Oranges. То есть это производство Флориды.
Вроде вкусные. Я не пробовал, честно. Также по акции сыр. Это типа чеддер. Сразу тертый сыр. Ой, еще один сок. Кстати, этот сок. А об этом соке будет рассказано позже. В каком-нибудь из видео. Также. Два сока вот таких манго. Да, это оба манго. Типа, как я понял, ну вообще не. Вообще это очень хороший бренд. Если увидите, то попробуйте. Также я сегодня купил соленых огурцов. Приспичило, захотелось. Не знаю, очень хочется огурчиков. Вот такие огурчики. Так, с этим пакетом разобрались. Предпоследний пакет, но я из него уже несколько продуктов доставал. Поэтому это соевый соус. Обожаю этот бренд. Соевый соус, кстати, я очень частенько добавляю при готовке, при маринаде. Очень часто. Две упаковки Pringles, Barbecue, Wave and, и пицца Фавориты. Это газировка. Упаковка мандаринов. Салфетки для ванной комнаты. Просто салфеточки. Две упаковки сигарет. И с этим пакетом мы разобрались. И последний пакет. Тут у нас две пачки макарон. Одна у нас вот такая. И одна, типа, с овощами. Вот. Макароны я храню в морозилке. Ой, господи, в морозилке, в холодильнике. Не спрашивайте, почему. Ну, хотя можете спросить. Также королевские шампиньоны. В одной из ванной комнат мне нужно мыло с дозатором. Поэтому мыльца. И вот, кстати, вот эти дозаторы, они как раз делают пенистое. Потому что я не люблю, когда просто жидкое. С пенкой круче. Это кухонное полотенце. Кстати, одно я сразу же поставлю, потому что они у нас закончились. Стоит на кухонном столе. И последняя покупка на сегодня. Я купил себе ободок, потому что, когда записываю видео с макияжами, волосы мешаются, а те повязки, которые я купил, они не совсем удобны, их удобно использовать, когда ходишь в тренажерный зал там или что-нибудь подобное. А вот именно для видео с макияжем и вообще макияж делать удобнее использовать ободок. И вот тут типа написано «The most comfortable headband ever». Типа самый удобный. Самый-самый удобный. Так что, не знаю, проверим. И на этом на сегодня у нас все. Если вам понравилось это видео, ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока, с вами был Тимофей.